Ой, я тебе такую штуку хотела рассказать. Вообще, Аристофан говорил, что раньше люди состояли из двух половинок. У них было по четыре руки, по четыре ноги, у одних было две мужские головы, у других две женские, а у третьих вообще мужская и женская. А потом боги разгневались и разбили этих людей пополам, и поэтому сейчас они бродят по свету и ищут свою вторую половинку, ты представляешь? Те, кто состоял из двух женских голов, ищут себе в пары женщин. Те, у кого было две мужские головы, ну, они ищут мужчин. А у кого была мужская и женская, ну, понятно, кого они себе ищут.